Здравствуйте! Это новый выпуск передачи «Молодо зелено». Я ее ведущая Оксана Митинева. Сегодня мы отправимся в гости в студию движения Натальи Юшковой, где талантливая устюжанка не только помогает людям стать здоровыми и красивыми, но еще учит создавать удивительные ароматизированные восковые свечи, которые позволяют восстановить энергоресурсы человека. Насколько процесс катания свечей трудоемкий и увлекательный, испробуем на себе. Устюжанка Наталья Юшкова имеет за плечами 10-летний опыт работы юристом. Но в какой-то момент наша героиня поняла, что трудовые будни в этой сфере не приносят ей никакого морального удовлетворения, а также совершенно нет перспектив для дальнейшего развития. В 2017 году Наталья занялась восстановлением своего тела после рождения ребенка. Тогда же и появилась идея открыть студию движения, где девушки смогут заниматься лечебной и профилактической физкультурой. Но на этом Наталья не остановилась. С детства очень любила рукодельничать и увлекалась бисероплетением, мягкой игрушкой, вязанием крючком. «Почему бы не организовать семейные мастер-классы?» – подумала устюжанка и воплотила свою задумку в жизнь. Меня очень увлекает, мне очень откликается тема совместного творчества родителей и детей. И вот я проводила первые мастер-классы, это по катанию свечей, предлагала... приглашала на мастер-классы в первую очередь детей, которые ходят ко мне на занятия. Вот. И получив отклик от детей, от родителей, в принципе, подумала, почему бы и не провести какие-то другие, да, творческие мастер-классы. Интерес к восковым свечам появился у Натальи совершенно случайно. Однажды устюжанка зашла в цветочный магазин и купила ароматизированную свечу. Понюхала, понравилось. И тогда девушка заинтересовалась процессом изготовления собственных свечей для того, чтобы восполнять свои энергоресурсы. В октябре просто у меня было такое сильное выгорание эмоциональное, да, и в изготовлении свечей из вощины я для себя нашла источник пополнения ресурса на сегодняшний день. Во-первых, это очень приятно для рук, это развитие тактильных ощущений, для детей это развитие мелкой моторики. Ну и кроме того, они очень приятно пахнут, то есть их можно использовать и как... в качестве ароматизатора для дома, да. Ну и за счет того, что они имеют в составе натуральный воск и аромат меда, то есть они имеют какое-то противовирусное еще действие. Свечи. Осенью 2022 года Наталья приняла участие в районном конкурсе «Я предприниматель» и заняла 3-е место. На выигранные средства устюжанка приобрела дополнительное оборудование в свою студию движения. Насчет бизнеса, наверное, как бы сложно сказать, потому что это все-таки творчество для души больше, да, в первую очередь. Но я думаю, что если у людей нашего города будет отклик на посещение вот таких творческих мероприятий, у взрослых, у родителей вместе с детьми или только дети, да, будут приходить, то я думаю, что, в принципе, можно и попробовать. В планах у Натальи в ближайшее время проводить с устюжанами мастер-классы по созданию новогодних игрушек и панно в технике декупаж, катанию восковых свечей, объемной аппликации, изготовлению войлочных игрушек в технике мокрого валяния. На первый взгляд сделать восковую свечу достаточно просто, но на самом же деле нужно очень постараться. Сам процесс изготовления доставляет настоящее наслаждение. Сегодня с Натальей мы попробуем изготовить катанные свечи из вощины, которые можно использовать как для украшения дома, создания в вашем доме уюта и тепла, а также эти свечи источают аромат воска пчелиного. Это очень приятный аромат. Попробуем. И вот у нас получилась такая эксклюзивная свеча, на изготовление которой у нас ушло примерно 5-7 минут. И мы ее еще украсили, но при использовании декор, конечно, лучше убрать.
А еще мы сегодня попробуем изготовить вот такое панно в технике декупаж. Его также можно использовать для декора, тем более у нас на носу Новый год. Можно сделать с новогодней какой-нибудь картиной красивой, а также можно как подставку под горячее использовать. Вот у нас есть заготовочка, сейчас мы попробуем создать что-нибудь красивое и эксклюзивное. Так у нас получилось вот такое декоративное панно, на котором изображен будущий символ года – зайчик, кролик. И у нас остался последний штрих. Мы сейчас наше панно посыплем блесками. И будет у нас наша готовая работа. И ей можно украсить, например, камин поставить. Как считает сама Наталья, она человек-оркестр, который находится в постоянном режиме многозадачности. Но это именно то, что делает ее жизнь наполненной и интересной.